В моей практике были случаи, когда приходят девочки и, как бы извиняясь, стесняясь, говорят: «Дайте, пожалуйста, мне быстренько трусики, очень-очень срочно надо». Вы поехали в командировку, вам предоставили общежитие, где нет горячей воды, у вас профосмотр. Здравствуйте, мои уважаемые зрители, здравствуйте, мои уважаемые подписчики, и снова с вами я, Внукова Ирина Игоревна и магазин нижнего женского белья «Жозефина». Я являюсь экспертом по продажам нижнего женского белья. Мы подберем вам нижнее белье, даже если вы не знаете своего размера. Одним словом, с вами произошло ЧП. В нашем магазине есть трусики для девочек от годика до 15 лет. Есть также трусики кружевные для торжественных случаев, для романтических встреч и путешествий. В нашем магазине также есть трусики высокого качества известных брендов. Пожалуйста, приходите, выбирайте те трусики, которые вам необходимы на данный момент. Я расскажу сначала про трусики для девочек. Это трусики из хлопка. Вот как раз у меня великолепный привоз. Хороший выбор. Размеры этих трусиков 40, 42, 44, 46, 48. И, девочки, пожалуйста, надо учитывать, что эти размеры идут с невысокой посадкой. На днях я привезла трусики из хлопочка. Вот такие романтические, с кошечкой, с принтом из капелек дождя, тучки здесь летают и с подписью «Дай мне 5». Также есть трусики в сереньком цвете. Красоту им, оригинальность придают горизонтальные полосочки в виде тельняшечки. Очень любят мои клиенточки бордовый цвет, цвет сливы. Есть трусики и в черном цвете. Целая стопочка трусиков с цветочками, с вот такой оригинальной контрастной кружевной полосочкой. И также новиночки, вот особенно в телесном цвете, такая нежная мягенькая растяжечка. И они не впиваются в тело. Вот я привезла упаковочку, и вот немножечко совсем осталось. Ну, потом такой хорошенький цвет капучино. Также есть варианты, различные варианты этих недорогих трусиков. Вот сколько трусиков есть у меня для моих маленьких клиенточек, для девочек
школьниц. И еще я хочу сказать, коль, девочки, у вас начались критические дни, есть ошибочное мнение, приобретать на эти дни трусики из хлопка. Я вам это делать не советую, потому что есть такие ситуации, когда просто у вас нет возможности сразу постирать трусики. Вы их складываете в пакетик, а потом по истечении длительного времени, приходя домой, вы пытаетесь их отстирать. И в результате у вас или ничего не получается, вы их просто выбрасываете. Кстати, когда трусики стоили 5 рублей, когда мы их приобретали еще с черкизовского рынка, у меня была дамочка, которая мне сказала, я их не стираю, я их просто выбрасываю. И вот именно на хлопочке, на трусиках из хлопка, вы уж поверьте моему опыту, вы отстираете, но у вас останется пятнышко, у вас останется разводы, и все равно на трусиках будет видны темненькие пятнышки. Для критических дней я рекомендую трусики из так называемой микрофибры. Микрофибры, кто называет это полотно эластаном, кто называет лайкрой. Это слова-синонимы, только идет процентное содержание ниточки, лайкры, эластана. Именно вот такие трусики, ну, естественно, в черненьком цвете или в другом темном цвете, они легко отстираются даже при длительном хранении, даже при длительной, даже если вы, у вас не будет возможности сразу простирнуть трусики. Ищите в моем магазине трусики из микрофибры, и тогда проблем со стиркой у вас не будет. Я вожу этот товар постоянно. Вот у нас очередная новиночка. Спереди идет гладенький материал, а сзади вот такое украшение придумали дизайнеры, бабочки. Все-таки хочется какой красоты, оригинальности. Бабочки на гладком фоне. И также привезла и в черненьком цвете. Я предлагаю вам купить такие трусики и сравнить в стирке трусики из хлопка и трусики из микрофибры. Пожалуйста, девочки, возьмите блокнотики, возьмите ручки и запишите себе. Ну, моя внучечка записывает в телефоне. Сейчас молодежь продвинутая, они записывают в телефонах. Так, сейчас меня немножко отвлекли. У нас у всех есть жизненные ситуации, проблемы и т.д. и т.п. Итак, я продолжаю. Также я привожу хлопочек, более красивенькие модельки, более лучшего качества. И вот я привезла, когда клиенточки хвалят какую модель, мы стараемся привести ее снова и снова. И вот я так сейчас я разложу. И я вот привезла с удовольствием
Ну, в каком цвете покажу? Вот в таком цвета пудры. Просто раньше, перед Новым годом, был массовый ажиотаж цвета синего белья. Сейчас, наверное, весна. Хотят что-нибудь светленькое, веселенькое, ажиотаж именно на розовое, ну, цвет пудры, кто как говорит. И вот именно вот эти трусики похвалили мои клиентки. Девочки, я говорю своим покупателям, вот тело вам просто скажет спасибо. До чего приятный материал, до чего хорошо, комфортно чувствует себя ваше тело. Вы это ощутите, когда я только начала торговать нижним бельем, я не понимала, почему идет разница такая существенная в товаре. И вот когда я оставила себе трусики, как говорится, подороже, или, как говорят покупатели, дорогие, и тогда я поняла, почему идет такая цена. Я придумала ощущение одним предложением: вам тело за эти трусики скажет спасибо. Также эти трусики есть в телесном цвете. И, кстати, хорошие размерчики. И 40-й здесь, и 42-й, 46-й по 48-й. Ну, естественно, 48-й разобрали в течение недельки. В течение недели остались размеры на поменьше. И вот черненький цвет и такая вот красивая спортивная резиночка. Именно она является украшением. И как только у меня их перед Новым годом разобрали, и, наверное, Новый год, оптовики весь товар разобрали, я не могла их долго найти. А сейчас же я этот товар снова привезла. Он снова в продаже. Девочки, кто приходил, пожалуйста, приходите за своими, за своей красотой, за своими трусиками. И я хочу вам напомнить, что в нашем магазине действует акция. При покупке трех трусиков мы вам посчитаем 10% скидочку. Понравилась моделька, и наконец-то я ее привезла. Сейчас я посмотрю. Да, вот она. Нет, это не она. Вот она. Есть у меня любительницы. Это хлопочек Турция с узким боком. Узким боком. Вот классический вариант трусиков тоже вот Турция. Я эту модельку тоже привезла, гладенькую, без всяких кружев, без всяких рисуночков, вышивок. А все равно в первую очередь разобрали вот такие трусики. Трусики с узким боком. Они очень стильные, очень красиво смотрятся на фигуре. Черненькие разобрали. Вы знаете, рынок – это неописуемый. Вот как весы колеблются. Сегодня хотим белые трусики. Я привезла белые. Разобрали черные. Я привезла черные бюстгальтера. Спрашивают белые.
Поэтому, девочки, спешите купить, количество товара ограничено. Или вам придется снова ждать 2-3 недели до следующего привоза. Скоро весенние праздники, скоро 8 марта. И вот типа к празднику такой веселый прикол. Такие вот трусики с символом года. Вот мальчик и девочка. Мальчик и девочка в виде поросят таких забавных. Поросенок даже в наряде винтика-шпунтика. Да, на вас приветливо смотрят. Можно прекрасно подарить подруге такой небольшой подарочек, поздравить с 8 марта. И также забавные поросята и на черненьких трусиках. Напоминаю вам, трусики из хлопка, модельные, стильные, можно подарить к 8 марта. На 8 марта.